Дайджест. Культурная столица всегда на шаг впереди. Блокчейн. Лайка бега первого. Биткоин. Бродский сохранил свои стихи. Мы ноу-хау. Мы будущее. Мы северная столица. Что, музыка пошла? Давайте, раз, два. Нужно делом заниматься с нами. Зафиксируйте себе там по столу какие-то точки. А мы на лиге. Видеоблог, как я готовлюсь к презентации своего проекта на лиге достижений. Сейчас 3 часа ночи. Что говорит окно? И я пришел, чтобы распечатать вот такие книжечки. Давай. Вот, я их сам сейчас самостоятельно произвожу. У меня здесь полиграфия. Вот из 6 листов это делается так. Пока я делаю одну. Вот. Да. На принтере уже распечаталось следующее. Я ставлю на печать очередную. Пока та печатается. Сейчас он загрузит программу. Все, пошла печать. Я делаю. Главное все четко соединить. Все уголки, чтобы сошлись. Теперь делаю шов. Улучшаю шов. Я открываю один степлер, чтобы получить вот эту часть углубления. Одним степлером не дает, у меня бумагу гнет, а мне надо, чтобы бумага была не мятая, а чистая. Я использую два степлера. И выглядит это так. Я примерно примечаю, куда сейчас должен попасть. Целимся. Вот, прошло насквозь обе. Отлично. Эти материалы я сдам жюри на конференции. Вернее, на лиге достижений. Чтобы выиграть. Поэтому я в 3 часа ночи перед важным днем лиги не сплю. А вставать в 6 утра уже 3, так что раздаточный материал играет важную роль, судя по тому, что я здесь. Я сделал книжечку. Теперь ее можно так листать. Вот, что приятно. Да, тут получается 12 листов. Очень круто, да? Неплохо для команды. Я сделаю где-то экземпляров 10-15 и пойду домой. И вот утро, я взял много вещей и сейчас еду на лигу. И голос у меня совсем никакой. У меня с собой пакет, чтобы переодеться. Распечатки, которые я делал ночью. Несколько вещей, которые я взял для участника. Кстати, вчера купил кроссовки Star. Суперстар. Лига достижений в полном разгаре. Мы сейчас идем на кофе-брейк. В таком большом здании проводится, в такой комнате, с такой крышей, очень интересно. Чуть не забыл телефон. Внимание на экран и приятного просмотра. Мы выступаем четвертый после перерыва. Вова, ты готов? Команда, вы готовы? Готовы. Загрузили негатив, удалили позитив, открыли мозги на взрыв.
блокчейн – это технология надежного распределенного хранения достоверных данных, по сути, о чем угодно. Ее можно использовать для хранения записей о денежных переводах. И в криптовалютах блокчейн используется для фиксирования информации о том, кто кому сколько перевел виртуальных денег. В нем можно хранить записи о выданных кредитах, правах на собственность, нарушении правил дорожного движения, бракосочетаниях. В общем, все, что можно записать на бумаге, можно записать и в блокчейн с одним лишь отличием. В блокчейне просто нереально подменить или подделать записи. Технология проста, элементарна. За такими технологиями будущее. Она появилась сравнительно недавно, распространяется уверенными темпами, как интернет в свои годы. Ведущие банки мира создают рабочие группы для изучения технологии. Их выводы говорят о переменах банковского сектора. Они применяют блокчейн для проведения сделок с аккредитивами и для упрощения взаимодействий с организациями. Мы займем нишу, дав возможность клиентам вносить подтверждение памятных моментов их жизни в блокчейн криптовалюты биткоин. Выгода клиента в том, что он может засвидетельствовать факт свадьбы или рождения ребенка навсегда. Сейчас наши записи в блокчейне имеют символическую ценность. Клиент может поделиться ею с родными, близкими и друзьями. В дальнейшем записи могут использоваться совместно с регистрационными палатами, нотариальными конторами, госучреждениями для того, чтобы облегчить некоторые их процедуры. Услуга может заменить ряд функций таких учреждений. Для внесения записи клиенту необходимо самостоятельно обратиться в офис банка. Он предоставляет менеджеру свидетельство из ЗАГС. Менеджер внимательно проверяет свидетельство на подлинность и составляет задачу в Pyrus, в которой формирует заявление для клиента. Передает на подпись. Клиент тщательно проверяет каждый символ, подписывает, соглашаясь с условиями размещения, и менеджер вносит записи в блокчейн с помощью программы, разработанной нами. Сообщение рассылается с надежного биткоин-адреса подконтрольного банку. В результате клиент получает уведомление с подробностями о записи. Пилот запускаем в отделении Санкт-Петербурга и Москвы. Мы выступаем на блокчейн и биткоин-конференции, откуда имеем первых заинтересованных клиентов. Интерес к технологии прогрессирует. При продажах 10 регистраций на офис пилот в двух офисах даст доходность в 210 тысяч рублей. При расчете продаж на весь банк ежемесячная доходность составит около 30 миллионов рублей. В дальнейшем расширим список записей для большего охвата клиентов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы берем клиентов из новых источников, проводим конференции. Люди, которые увлекаются этой нишей, это порядка 130 тысяч человек, и с каждым годом увеличивается. Такая новая технология, как интернет, она развивается медленно, но очень верно. И наверняка в зале тоже много людей в первый раз слышат о блокчейне. Наша задача — любой дополнительный какой-то новый продукт, каким бы он ни был, мы всегда рассчитываем на то, что он нам приведет дополнительный какой-то трафик. Вот люди как об этом знают? Они вообще это слово выговаривают, они понимают, что это такое? Да, те, кто разбирается, конечно. Да, 1400 я, да, свидетельство о браке. Вы его внесете, а полтора, а мне что? То есть, ну, отдал, внесли, мне какая польза? Ну, вам понимание того, что эта информация находится, и она сохранена на десятки, на сотни лет, ее просто удалить никак невозможно. Это фишка всего блокчейна. То есть мои правнуки могут увидеть, что я все-таки был женат. Да. Даже, вы знаете, в древнем мире наскальные рисунки остались, чтобы те люди, которые хотели передать, сохранить эту информацию. Сейчас это вот в цифровом мире. Большие светлые головы, что к этому обратились проекты. Давайте смотреть, что из этого просто получится. Я вам желаю удачи в реализации этого проекта. Спасибо большое.
только что переоделся в этой ванной. Она достаточно интересная. Покрытие на дне типа какая-то льдинка. По-царски. Алло, любимая. Привет. Поздравляю тебя. С 55-летием. Ты получила? Ты сможешь быть всегда на связи и даже больше. Как бы давай созваниваться, я тебе буду рассказывать, как настраивать твой новый iPhone 5s. Да. Я тебе расскажу, там очень все удобно. Это как бы лучший телефон из тех, который у тебя был. Нет, я сейчас в парк отеля Крестовский, у нас проходит лига. Мы выступили, мы отдыхаем, у нас дискотека вечерняя, завтра будет результат. Just to see you shine.